Конечно, не могли не отпраздновать такой, ну, не отметить и не подумать о том, что 40 лет спустя в Париже произошли события. Вот эта выставка «40 лет спустя, Париж, 68-й год», мы ее сегодня открываем. Этот опыт технолог Гаврошин, которые вышли на эти улицы и сегодня он пророс. Он пророс, он был где-то негативным, он где-то захлебнулся, потому что участники этих событий во многом стали нормальными буржуа, ходят на те же самые работы, на госслужбу. Но он изменил Европу. Он дал совершенно другую степень свободы каждому из нас, потому что сегодня мы зачерпываем эти куски свободы, которые проросли вот в эти дни в Париже 68-го года. Он изменил культуру, он дал новую музыку, он дал новое искусство. Он дал новый мир, в котором мы сегодня живем, и который каждому из нас, и прежде всего каждому из вас, потому что здесь огромное количество молодых людей, нужно будет менять по-своему. И я хочу сказать, что выставка получилась быстро, получилась удивительно легко. И потому что этот человек, как и многие из нас, когда мы выходили в 91-м году на улицу и не знали, будут бить камеры, и кого еще следующим будут бить, вот он в этом участвовал. Мы видим его взгляд на эти события. Я хочу бесконечно поблагодарить агентство СИПА. Я хочу поблагодарить, конечно же, фотографа. Мне очень приятно видеть работы так экспонированные. Я никогда не видел такой экспозиционных работ. Мне приятно, и я счастлив быть здесь. Когда происходили эти события, я уже не был молодым мальчиком. Мне было 42. А сейчас мне скоро 82. Я еще раз хочу сказать, что хороший фотограф – это тот, кто прибывает на событие первым и уходит последним. Я начинал работать в 6 утра, а мой день заканчивался иногда в 8. Наверное, поэтому так и удалось захватить эти события. И еще я хочу сказать, что хороший фотограф всегда должен уметь рисковать. У него должен быть риск внутри и шанс, который дарит жизнь. Вот поэтому мне удалось снять фотографии, эти две маленькие, с удивительными двумя мальчиками. Главной сложностью было то, что меня ранили во время съемки, и я оказался в больнице. Но и там продолжал снимать. Но полиция забрала всю пленку, и, к сожалению, ничего не осталось из тех интересных снимков. Интересно было то, что все люди все равно были счастливы, было хорошо, потому что у всех была работа, не было практически безработицы. Но в один прекрасный момент был арестован студент, и это стало искрой, которая зажгла события, и буквально из-за мелочи развернулась целая революция, которая и привела к таким последствиям. Хотя надо учитывать то, что был приказ не стрелять.
Продовжується міжнародний місячник фотографій в Москві, фотобіеннале 2008. Я хожу почти на кожне відкриття і не перестаю удивлятися. Кажеться, ну вже все показано, да? То есть приехали показать магнумовские фотографы, буйство цвета, красок, впечатлений в цехе белого и в цехе красного, да? И вдруг сегодня мы приходим на выставку основателя Сипапресс и молодой фотографини Наташи Павловской и снова удивляемся тому, как оформлено пространство, как правильно, грамотно стоит цвет и какое удивительное европейское впечатление это производит. И это создает замечательную атмосферу, и я думаю, что все, кто пришли сюда, они получили сегодня прекрасный вечер.